Слава Господу! Спасибо, что присоединились к нам в программе «Фестиваль Манны». Вы увидите отрывок учения, которое называется «Тайны брака и брачного пира Мессии». За всю свою жизнь я слышал множество учений на эту тему, но я не слышал, чтобы кто-то подробно раскрывал один конкретный стих из Писания. И сегодня мы с вами глубоко изучим эту тему. Откровение, 19 глава, 6-8 стих. Вот что здесь написано, вы увидите стих на экране. «И слышал я как бы голос многочисленного народа, как бы шум вод многих, как бы голос громов сильных, говорящих «Аллилуйя», ибо воцарился Господь Бог Вседержитель. Возрадуемся и возвеселимся, и воздадим Ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена Его приготовила себя. И дано было ей облечься в весон чистый и светлый, весон же есть праведность святых». В октябре 2012 года моя бабушка была в госпитале в Кливленде, штат Теннесси. Ее звали Люси Бейва, милая итальянка. У нее был рак поджелудочной железы. Она прожила свою жизнь в полном здравии и до последнего месяца своей жизни. Мы понимали, что она очень скоро уйдет к Господу. Я пришел навестить ее в госпитале. У нее была небольшая трубка, которая помогала ей дышать. Она позвала меня, чтобы я подошел ближе. Ей нужно было что-то сказать мне. Я наклонился, она очень слабым голосом сказала: «Я видела твоего дедушку на небесах». Я спросил, когда? Она ответила: «Это было сегодня утром». В ранние часы он позвал ее и сказал: «Люси, пришло время возвращаться домой». Она сказала мне: «Перри, я готова вернуться домой». Я был очень удивлен. Я очень любил свою бабушку. Она так вкусно готовила супы, фрикадельки и все прочее. Я очень ее любил. Тогда я спросил, говорил ли дедушка еще что-нибудь. Она ответила, что он сказал ей: «Люси, идем со мной». Она думала, что дедушка будет в белой одежде, но на нем была рабочая одежда. Он работал. Он взял бабушку, и они поднялись на холм. Она посмотрела и увидела открытую местность. Там был банкетный зал. Она сказала, что это был огромный банкетный зал. У него были резные деревянные двери, которые находились везде, насколько можно было видеть. Там были столы с льняными скатертями, которые были настолько белыми, что почти светились. Дедушка сказал ей: «Люси, мы готовимся к брачному ужину Агнца». Он сказал ей: «Посмотри назад, я тебе кое-что покажу. Видишь там стол? Вся наша семья будет там сидеть. Это наш стол, Люси. Он для нашей семьи». На следующий день она умерла. Она ушла, чтобы встретиться с Господом. Я никогда про это не забывал, и сегодня хочу поговорить про это событие, которое называется «Брачный пир Агнца». Библия говорит нам, что будет свадьба Агнца. Обратите внимание, что речь также идет про брачную вечерю или брачный пир Агнца. То есть это два события, происходящие в одно время. Сначала немного поговорим о брачном пире Агнца. Кто такой Агнец? Агнец — это Иисус. Мы знаем это без сомнений. 2 Коринфянам 11 глава 2 стих, здесь Павел пишет, что церковь обручена с Христом. Церковь следует за Ним. Она должна быть чистой и непорочной девой, той, которая верна жениху, которая ждет возвращения жениха. Далее давайте взглянем на Откровение, 11 главу, 18 стих. «Я хочу вам показать кое-что. Будет проходить суд у престола Христа и раздаваться награды, о чем написано в Откровении 11 главе. Но брачный пир Агнца будет проходить после этого. Об этом написано в 19 книге Откровений. То есть это определенный процесс. Сначала будет поклонение, когда мы попадем на небеса. Затем каждый предстанет пред судилищем Христа, чтобы дать отчет о том, как вы помогали другим, как жили и что делали. Кто-то получит венцы, а кто-то ничего не получит. Их дела будут сожжены у престола Бога Иисуса Христа на суде. После этого пройдет некоторое время, и затем наступит событие, которое мы называем пиром брачной вечери Агнца. Свадьба Агнца — это церемония, где сойдутся воедино Христос и его невеста.
Помните такой стих? Это Ефесянам 1:14. Святой Дух является залогом нашего наследия. Греческое слово «залог», если я не ошибаюсь, звучит как «харабон» или что-то в этом роде. Оно означает «обручальное кольцо». Святой Дух как обручальное кольцо, которое надевают женщинам, чтобы показать, что она занята. Молодой свободный парень, когда встречает девушку, первым делом смотрит на ее лицо и на ее руку. Мужчины, вспоминайте дни, когда вы были без отношений. Зачем вы смотрели на руку девушки? Чтобы увидеть, носит ли она кольцо. Если у нее есть кольцо, значит, скорее всего, у нее есть жених. А вам точно не хотелось бы иметь дело с кем-то в два раза больше вас. Итак, обручальное кольцо подразумевает, что девушка занята, и лучше ее оставить в покое. Таким образом, Святой Дух — это залог, это обручальное кольцо. Давайте поговорим о двух свадьбах. Потому что эти свадьбы были во времена, когда Иоанн писал книгу Откровения, а также во времена Иисуса. Первая — это римская свадьба. Во времена Римской империи отец заранее начинал искать своему сыну девушку, на которой он хотел бы его женить. Если они подходили друг к другу, то они подписывали контракт, гарантирующий, что это будет девушка, которую получит сын. Если жених мог себе позволить, то он покупал золотое кольцо. Отсюда и пошла эта традиция. Он надевал кольцо на безымянный палец левой руки, потому что считалось, и это древнее поверье, что вена, которая проходит ближе всего к сердцу, это вена, которая идет от этого пальца к сердцу. Поэтому кольца всегда надевали на безымянный палец, и делали это только те, кто могли себе это позволить. Дальше, очень интересно, девушка, выходящая замуж, обычно покупала себе свадебное платье. У нее был пояс, который завязывал узел спереди. Это называлось связать себя узами брака. Если вам когда-либо было интересно, откуда появилось это выражение, теперь знайте, что это из времен Римской империи. Это называется узел Геркулеса. Узел Геркулеса. Теперь догадайтесь, кто его развязывал. Ее муж развязывал узел на свадьбе, чтобы показать, что она больше не принадлежит семье, но принадлежит ему. То есть она завязывала, а он развязывал. А вы раньше не слышали про это, не так ли? Сегодня я развяжу узел. Люди не поймут, если вы скажете так на свадьбе. У невесты также было кое-что, называемое була. Это дарил ей отец, когда она была маленькой девочкой. Это выглядело как браслет. Невеста брала его на свадьбу и возвращала отцу, чтобы показать отцу, что я больше не твоя. Теперь я принадлежу другому мужчине. Если семья была богатая, то она устраивала шикарный банкет. Ладно, я остановлюсь на этом и покажу вам одно запутанное место из Писания. Я говорю о том, что церковь — это невеста, а Иисус — жених. Думаю, доктор Катшоу со мной согласится. Однако в книге Откровений есть стих, который ставит все под сомнение. «Я покажу тебе жену, невесту Агнца, и вознес меня в духе на великую и высокую гору, и показал мне великий город, святый Иерусалим, который нисходил с неба от Бога». Выглядит так, будто это противоречит всему, что я только что сказал, потому что звучит так, как будто невеста или жена Агнца — это город Новый Иерусалим. Вот что я вам скажу. Иисус обручен не с городом, он обречен с людьми. Это номер один. Теперь перейдем к номеру два. Позвольте мне объяснить вам, почему так написано. Потому что Новый Иерусалим — это свадебный подарок невесте. Сейчас мы не так часто делаем это, как раньше. Мы просто выходим в интернет, покупаем и заказываем доставку подарка. Но что вы делаете на любой свадьбе? Поговорите со мной. Вы дарите подарок молодоженам. Подарок, который Иисус для вас приготовил, — это город площадью около 40 квадратных километров у основания, высотой 24 тысячи метров, с 12 основами и всех известных драгоценных камней. И когда вы получаете этот свадебный подарок, я гарантирую, вы поймете, что ни один мужчина на земле никогда не дарил женщине ничего похожего на это. Так что мы будем жить в этом городе, поэтому он считается невестой, женой Агнца.
В том стихе речь идет совсем не о здании. В том стихе, наоборот, речь идет о жителях, которые живут в том самом городе, то есть о невесте Агнца. Впечатляет, не так ли? Я говорил про римскую свадьбу. У меня есть серия учений про восхищение. Одно из них называется «Еврейская свадьба». Это мое самое любимое учение, которое я когда-либо готовил в своем служении. У нас было 100 актеров, сыгравших еврейскую свадьбу. Я расскажу вам о некоторых моментах еврейской свадьбы. Сын начинал выбирать девушку, на которой он хочет жениться, но отец должен был участвовать в этом конкретном процессе выбора. Парень и девушка шли навстречу, где также были его и ее отцы. Они подписывали контракт, в котором мужчина фактически оплачивал приданное за девушку ее отцу. Другими словами, жениху нужно было заплатить отцу невесты, чтобы получить ее. И еще интересный момент. После этого сын возвращался в отчий дом, и никаких свиданий не было. Бывало, что он с невестой никогда не виделся, пока он тайно не приезжал за ней. Представляете себе такое? Сын строил жилище на семейном участке, где они с невестой жили бы временно, пока не унаследуют землю отца, либо пока не смогут позволить себе в будущем собственный дом. И вот что интересно. Жилье строилось и готовилось. Сын готовил место для невесты. А Иисус сказал: «Я иду приготовить место для вас». И вот еще один интересный момент. Сын не мог сам пойти и устроить свадебную вечеринку. Жених мог пойти и забрать свою девушку только после того, как отец даст ему разрешение и скажет, что все готово. Иисус сказал, что не знает, когда вернется, и ангелы не знают, только его отец знает, когда это произойдет. И потом отец скажет ему, когда это должно произойти. Меня как-то спросили: «Как ты думаешь, Иисус знает, когда ему нужно вернуться?» Я думаю, что это секрет, даже для него. Это может быть так. Отец скажет: «Сын, время настало идти», а Иисус скажет: «Я ждал этого 2000 лет». Серьезно? Подумайте о том, как круто будет, когда этот момент произойдет. Еще добавлю, что на еврейской свадьбе есть два праздника. Первый праздник для жениха и его шаферов, и второй для молодых дев. У них задача подбадривать невесту. Они постоянно говорят ей: «О, мы просто не можем дождаться. Интересно, как все пройдет? Как ты думаешь, каково это быть замужем?» И здесь мы вспоминаем притчу о 10 девах. Потому что на свадьбе могло быть до 10 подружек. Я думаю, вы про это знаете. Эта притча не просто часть еврейской свадьбы. Девы вдохновляли невесту, это была их задача. С другой стороны, шаферы, которые пришли с женихом, что они делали? Они шли и объявляли, что жених идет. Сейчас так тоже некоторые делают. Иногда это происходит ночью. Они несли с собой лестницу и знали, где находится комната невесты. Они предупреждали невесту: «Невеста, готовься, жених идет! Готовься, жених идет!» Они объявляли об этом. Девушка спускалась по лестнице и уходила с женихом. Когда семья утром просыпалась, то обнаруживала, что девушки нет, но они знали, куда им идти. Они знали, где она была. Тогда они начинали свой праздник, который, кстати, длился 7 дней. Что такое брачный пир Агнца? Это свадебное торжество для жениха, то есть Христа, и для невесты, то есть церкви всех народов. Вот что хочу вам напомнить. Будьте внимательны. Ветхозаветные святые, о которых мы читаем, уже были выведены из рая, когда Иисус воскрес из мертвых и опустошил землю. Их видели многие из Иерусалима, как они ходят по улицам. Многие из древних святых, которые спали, они уже были воскрешены. Следующее воскресение будет для, я цитирую, «мертвых во Христе». Восхищение касается тех, кто во Христе. Я надеюсь, вы еще со мной? Ветхозаветные святые уже на небесах. Новозаветные святые вплоть до нашего времени, мертвые, которые в раю ждут воскрешения мертвых, 2 Коринфянам 12 глава, их Иисус приведет с собой
их дух, когда вернется. Я сейчас перешел на другую тему, но мне нужно объяснить это вам. И вот что произойдет. Очень важно это понимать, что все, что должно произойти на самом деле, все касается Иисуса и Церкви. Потому что Ветхий Завет уже имел дело с воскресением Иисуса, когда ветхозаветные святые воскресли. Вы понимаете это? Вот почему написано, что сначала воскреснут мертвые во Христе, а затем те, кто находится во Христе. Все со времен воскресения Иисуса и до момента, когда это произойдет. Здесь все предельно понятно. Еврейская свадьба всегда отмечалась в течение 7 дней. Это можно увидеть в книге Судей 14 и 15 главах. Где Самсон находился на свадьбе, шло торжество, а по прошествии 7 дней люди должны были дать ему ответ на загадку. Помните это? Он сказал им решить ее в течение 7 дней пиршества. Вот вам пример из раннего времени, что свадьба праздновалась 7 дней. Так действительно и было в период того времени. Свадьба, на которой Иисус был в Кане Галилейской, в маленьком городе прошлых времен. Интересно, что написано, был также зван Иисус, то есть приглашен и ученики. Я изучил это детально, потому что Мария участвовала в обеспечении еды и питья для всех гостей. А свадьба длилась 7 дней. А вы знаете эту историю, когда закончилось вино? Мария пришла к Иисусу и сказала, что нужно что-то сделать, иначе это будет унизительным позором для нее. А чья же это была свадьба? Некоторые предполагают, и я уверен, вам это понравится, что это была свадьба апостола Иоанна. Он был молодым человеком, он женился, есть связь с семьей. У нас нет времени, чтобы глубоко в это вдаваться. Вам нужно изучать историю, когда вы увидите, сколько там всего. Но это правда очень интересно, потому что Иисус сотворил первое чудо на свадьбе, и последнее, что Он делает на небесах, это идет на свадьбу. Разве это не круто? Так было и так будет. Многое связано со свадьбой. Иисус говорил о трапезе, которую мы называем пиром Мессии, супружеской вечерей Агнца. Я думаю, Он говорил именно об этом, когда мы читаем историю о Тайной вечере или Господнем ужине, который на самом деле тоже был пасхальным ужином. Вы все помните эту историю. Вспомните историю Пасхи, Исход, 12 глава. Когда людям нужно было находиться дома, они наносили кровь на дверные косяки снаружи, чтобы ангел смерти не вошел и не забрал их первородного сына. Затем они брали ягненка, готовили его, и семья должна была съесть его полностью. Когда они это делали, то каждый член семьи получал исцеление. Это было массовое исцеление для каждого в ту ночь. Библия говорит, и вывел израильтян с серебром и золотом, и не было в коленах их болящего. Как это чудесно! Вот что я хочу вам показать. Есть Пасха Агнца в 12 главе Исхода. Есть Иисус, который был назван Агнцем Божьим. В Исходе речь идет про то, что люди ели ягненка на Пасху, и мы читаем, что Иисус был на ужине со своими учениками и дал им Новый Завет. Он дал им чашу с вином и сказал, что это его кровь. Преломил хлеб и сказал, что это его тело. Но обратите внимание, что Лука написал об этой вечере Господа, о том, что сказал Иисус. Многие этого не замечают, об этом не проповедуют на Пасхе по каким-то причинам. Лука 22, 14-16 стихи. «И когда настал час, он возлег и 12 апостолов с ним и сказал им, «Очень желал я есть с вами сию Пасху прежде моего страдания, ибо сказываю вам, что уже не буду есть ее, пока она не совершится в Царстве Божием». Далее. Лука 22, 28, 30. «Но вы прибыли со мною в напастях моих, и я завещаю вам, как завещал мне Отец мой царство, да едите и пиете». О, мне нравится это. «Да едите и пиете за трапезой моею в царстве моем, и сядете на престолах судить 12 колен Израилевых». Вы поняли, о чем он говорит? «Я не буду есть, пока не придет Царствие Божие». Что это значит? Речь про небеса, про брачный пир Агнца. Он говорит ученикам, что будет сидеть за главным столом, «И я позволю всем вам, кто верен мне, есть со мной за главным столом, потому что вы будете судить племена Израиля». О чем же здесь идет речь? Когда будет тысячелетнее правление, апостолы будут судить тех, кто останется во время скорби.
Вот, что здесь имеется в виду. Вау, это так здорово. То есть, если Иисус говорит, что он не будет есть до брачного пира, то он однозначно проголодается. Долгое время не будет есть. Все нормально. Не переживайте. Я просто здесь проповедую, немного пью. Итак, Иисус будет сидеть за главным столом на брачной пире Агнца. Помните, в книге Откровений, когда речь идет про Божий трон, написано, что есть еще 24 трона вокруг него, верно? Вы знаете, для кого они? Для 12 сыновей Иакова из Ветхого Завета. Ветхозаветные люди должны судиться на основании Торы. Вот для чего там ветхозаветные пророки. Эти люди жили по тем законам. Это патриархи, ветхозаветная группа. Но люди Нового Завета, как сказал Павел, будут судимы Евангелием, которое проповедуется, и это будут 12 апостолов Иисуса. Конечно, Иуды там не будет. Библия говорит в книге Деяний, что Иуда отпал. Он пойдет в свое место в аду. Он был заменен. Поэтому есть 12 мест для апостолов. Иисус сказал, что мы будем есть и пить за столом. Это образ Пасхи, которая будет проходить на небесах. Только это не Пасха, а брачный ужин Агнца. Агнец Божий — это Иисус. Об этом упоминается 26 раз в Новом Завете. Он Агнец, закланный от основания мира. Это все про него. Евангелие от Иоанна 1:26. И он представляет Иисуса как Агнца Божьего, который забрал грехи мира. В Откровении слово «Агнец» упоминается 22 раза. Достоин закланный Агнец. Достоин Агнец. Агнец, который станет львом из колена Иудина. Откровение, 5 глава. То есть Иисус — это Агнец. Это образ Пасхи. Только в данном случае это будет брачный ужин. Откуда я это знаю? Иисус победил ад и смерть как Агнец, но после ужина он превратится из Агнца во льва из колена Иудина. После ужина все изменится. Он перейдет в режим войны, чтобы вернуться на землю, править и царствовать там. Это брачный ужин, который будет просто потрясающим. Воздайте Богу аплодисменты. Я вдохновлен тем, что нас ожидает.